Собчак показала подросшего сына. В своем личном блоге теледива Ксения Собчак не часто показывает наследника. Однако порой все же делает исключение. Ведущая публиковала кадры, на котором запечатлела 4-летнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана. Звездная мама с сыном отдохнула на яхте в компании семьи и близких друзей. «Сынок, а через год в это время ты будешь не на лодке отдыхать, а в школу шлепать», – иронизирует Ксения. Поклонники отмечают, что Платон выглядит действительно повзрослевшим на новых кадрах.